Всем привет, дорогие мои! С вами Кононова Аня. Сейчас будут новинки и не новинки, и все опять в куче. Смотрим с вами сначала вот такие вот классные сумки. Я все-таки не выдержала, я их заказала, потому что такие сумки, они в принципе подходят ко всему. Они шикарные. Вот так вот близко вам показать. Они небольшие, не шикарные, но сюда очень много что войдет. Даже ручка, если захочется. Это во-первых. А во-вторых, тут есть ремешок. Ремешок половина так, половина цепочка. Фурнитура золотистая. В общем, обалденная классная сумочка с артикулом 600-779, размер 18/13 на 5,5, цвет бежевый. Вот реально бежевый, свежий такой цвет, приятный. Магнитик тут очень даже тугой, надолго его хватит. Вот действительно прям хорошо. Вот никаких нареканий нет, у меня ее хочет уже забрать дочка, потому что ну, она действительно удобная, много места не занимает. Телефон, деньги, наполнение, тут просто два отдела и все. И что немаловажно, тут дырочек нет. Тут у меня есть сумка, где есть дырочки какие-то при закрывании. Туда вечно все валится, тут прям идеальное наполнение. Очень удобно, очень. И далее, вот вторая такая же сумочка. Осенний приход в такой вот еще упаковочке. Их будет тоже очень классно дарить, потому что сумка действительно супер. Размер 18/13 на 5,5, артикул 600-778. Это у нас шалфей. Цвет шалфей. Я бы сказала, нежная такая фисташка. Ну, в принципе, они особо и не отличаются. Класс! На любой случай жизни, на подарок, для себя, кому угодно. Очень удобно, очень удобно. Дальше взяла шелковистые гольфы. Последнее время подсела на них, они мне очень нравятся, потому что когда в деловых, допустим, штанах садишься, тем более, когда вот сейчас лето, будет жарко, очень неудобно, когда носки, видно, где они заканчиваются, когда садишься, брюки немножко приподнимаются, ну, не очень хорошо. А в гольфах все отлично, и никто не видит, что у вас гольфы под штанами. Артикул 80-412, тут две пары. Мне тут девушка написала, говорит, а что-то так дорого. Я говорю, там две пары. Она говорит, а, тогда хорошо, говорит, наоборот, хорошо. Вот видите, надо еще вот тут посмотреть в этом моменте. Ну и, конечно, носочки взяла. Артикул 80-414. Это тоже обычные носочки, уже вот так вот на ножке. Не сильно длинные. Классные, очень качественные. Дальше, так, ой, это у меня чек. Сейчас узнаем. Вес, по-моему, посылки 22 килограмма. В один обзор я точно не засуну. Вот 30 тысяч заказ у нас получился. По моему ценнику 30 тысяч заказ. Представляете, заказ на 30 тысяч рублей. А тут маленький дозаказеныш на 300 рублей. Футболка с логотипом Фаберлик. Ну, их я уже не снимаю. Дальше у нас с вами идет такой вот сито. Друшлаг, артикул 910-236, очень удобный, 31/9, 24/3 на 11 сантиметров. Конечно, честно сказать, хотелось бы его каким-нибудь беленьким или еще как-то, но одной рукой не очень удобно. Вот он такой, он на самом деле очень легко собирается, но держится. Когда вот вы его соберете по-хорошему, он будет держаться у вас. У меня дочка с ним два дня на голове ходит, выглядывает через эти дырки, что там мир разглядывает. В общем, такая вот классная штукенция. Вот это вот все получается резина. Ну, мне понравилось. Я прям рекомендую, потому что у нас один такой есть. Вроде бы пластмасса, но весьма крепко. Пластмасса и много места не занимает потом в шкафу. Это тоже немаловажно. Далее у нас с вами пойдет самый вкусный, полезный детокс, который я только встречала. Но на самом деле он не такой вкусный, как я его сейчас описываю, но самый вкусный из всех. Если я псилиум пила, чуть не затыкала нос, мне не нравилось, то тут прям суперская штучка, буду еще заказывать. Очень похоже на какой-то жидкий кисель с семенами чиа. Вот я бы так его описала. И там, если он нарисована свежая клубника, то на самом деле он какой-то, не знаю, ну, клубничный, но, наверное, какой-то вот варенево-клубничный, наверное, вот так. Значит, это смесь для приготовления детокс-смузи с клубникой. Идет как специализированный пищевой продукт диетического профилактического питания для детоксикации всего организма. Вот он в сухом виде таким образом выглядит, такой вот порошочек. Угу. Сейчас посмотрим запах. Ну, запах такой, знаете, какой-то
немножко горький, чуть-чуть сухофруктами пахнет, вот такой вот состав. И тут состав обогащен клетчаткой, он не содержит сахара, ароматизаторов, консервантов. Напиток содержит в себе натуральные природные компоненты, которые способствуют улучшению работы. Есть зип-замочек, что очень удобно, вы можете открывать, закрывать, все у вас отлично будет. И эти натуральные компоненты, они способствуют улучшению работы кишечника и контролю веса, оказывают мягко очищающие действия. Вот я вам сейчас увеличу аннотацию, вот кому интересно, пожалуйста, посмотрите. Значит, главное свойство напитка – очищение организма, обволакивание желудка, улучшение работы желудочно-кишечного тракта. Преимущество – эффективный, тут еще вот видите, парабены 0, содиум 0, что-то там вот это вот, ну короче, что-то хорошее очень. Так, еще бы загуглить состав. А, ну вот тут, видите, состав: клубника сушеная, семена чиа, псиллиум. Все, по идее, указано. Артикул 157.94. Те, кто желает похудеть, действительно, это самая, наверное, вкусная штука на свете. Для тех, кто будет худеть, потому что обычно все вот это вот, все, что очищается, оно не очень вкусное. Далее, значит, эффективный контроль веса, детоксикация организма, поддержка микрофлоры, ускорение выведения токсинов и шлаков и утоляет чувство голода. В упаковке 100 грамм, хватает на 25 порций. 5 мы уже выпили с девчонками, вот, за один раз. Пищевая ценность на 100 грамм продукта, белки 12,5, жиры 5,1, углеводы 7,5, энергетическая ценность 395 калорий. Срок годности 12 месяцев с момента изготовления. И в состав действительно прям наинатуральнейший. Вот я тут, видите, читаю: клубничка, семена чиа, псиллиум, свекла сушеная, экстракт стевии. Это и он идет как подсластитель. Далее, употреблять смузи нужно натощак или перед приемом пищи для уменьшения объема порции. 2 чайные ложки смеси мы заливаем 150 мл теплой воды или кипятка. Перемешиваем, даем настояться 5 минут и снова перемешиваем. Можно регулировать густоту напитка количеством добавляемой смеси. Погуже, пожиже, как вам нравится. Ну, так как это смузи, он такой, знаете, пустоватый, что ли, на вкус. Вот, честно сказать, такой пустоватый на вкус. И сейчас мы пойдем с девочками пробовать смузи. Да, а в гостях у меня много девчонок. Посмотрите, сколько у меня девчонок в гостях. Оля, ты из какого города? Воронеж. Воронеж. Дубна. Дубна. Ульяновск. Ульяновск. Всем привет, Ульяновск. Казань. Казань. Город Киров. Это мы после слета. И вот сейчас мы будем пробовать. Я думаю, будет здорово и классно попробовать всем такую штуку прикольную. Ты очень хочешь? Я тоже очень хочу попробовать. Детокс-смузи. Детокс-смузи — смесь для приготовления с клубникой. Ага. Семена чиа, псиллиум. Кстати, если псиллиум есть в составе, надо много пить воды. Не забывайте пить много воды, да. Свекла сушеная, экстракт стевии, подсластитель. Клубника сушеная, девчонки. Прям натуральнейший состав. Пойдемте пробовать. 50 миллилитров теплой воды мы сделали, и на каждую порцию нужно 2 чайные ложки. Мы посчитали, что у нас будет 6 порций, то есть мы сделали 900 миллилитров воды и 12 чайных ложек смеси. Сейчас нужно перемешать и дать настояться 5 минут. Настояться, наверное, из-за того, что там семена чиа, видишь, сверху? Вот, они прямо сейчас, наверное, набухнут чуть-чуть. Все готово. И смотри, если мы блендером перемешаем, вдруг. Чья они размоются. Да, поэтому они, ну, в общем, давайте не будем блендером. Ну все, у нас прям тут все ровно-прировно. Так, ну и что, у нас прошло 5 минут, он стал жидкий, как киселечек. И сейчас мы будем все это дело пробовать. Вот семена чиа тут на ложечке налипли, разбухли. Ну прикольно, такой мини-мини киселек. Так, ну все, девочки, давайте, будем здоровы. Да, будем здоровы, ура! Ура! За здоровье! Ура! 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 Вон погоди. Ну, слушайте, очень похож на кисель. Клубника там не свежая, а типа варенья какого-то немножечко, привкус клубничного. В принципе, вкусно, сносно, но не мега сладко. Вот если вы будете делать его детям, например, им может быть не хватит сахара, и нужно будет добавлять какой-нибудь, может быть, не знаю, еще сахарзам, что-нибудь варенье. Типа этого, варенье еще. Но варенье, оно же с сахаром, это плохо. Сахар вообще вредно. Но все-таки детокс-смузи, он для того, чтобы человек очищал свой организм. А сахар, он вредит организму, наоборот. Там вообще ничего нет. Даже питания мозгу там нет. Сахар, он, наоборот, замедляет реакции мозга все. Вот.
скажу, что неплохо, слегка так безвкусно, пресно, как бы безвкусно, так вот, вот это можно сказать. Ну-ка, ты что думаешь? Немножко такое послевкусие остается после напитка. Какое? Вот ты знаешь, как в капельках стевии добавляешь? А, стевия, да? Вот есть такое, вот такой вот такая нотка немножко. Но она не такая, кстати, как в стевии, не такая яркая, но все равно она есть. Кстати, это Мария Назарова, директор компании Faberlic. Очень приятно, что мне директора в гости ходят, приезжают. А мы-то как рады. Так, Оля что скажет? Вкусняшка, я люблю несладкие напитки, мне прям зашло. Да? Я не буду добавлять ни сахар, ничего. Ну вот я тоже не буду, мне хватает. Мне хватает. Вот. Снежа, что скажешь? Да, такой нежный вкус, напоминает кисель. Кисель, да, кстати, да, кисель, да, очень, да, очень прямо кисель напоминает. Так, я хочу сказать, смотрите, что рекомендации по употреблению. Употреблять или натощак, или перед приемом пищи для уменьшения объема порций. То есть выпили, и кушать хочется меньше. Вот, наверное, потому что чиа, псилиум, они еще в желудке посильнее там набухнут. И съешь меньше порции. А так по вкусу, правда, киселек. Супер. Ириночка что скажет? Вкусно, сытно. Самое главное, без сахара. Я от сахара отказалась, вот как раз заменитель будет. Перекус. Вкусно, сытно, да? Да, вкусно, сытно. Так, Эльвира что компотик скажет? Компотик напоминает семенами чиа. Кстати, да, компотик. Да, очень похож на кисельный компотик. Да. Вот что-то типа кисельного компотика. Ну вот, в принципе, мы все попробовали, перепробовали, и вам еще на Ютубе более подробно расскажем. Если семья большая, то пакетика хватит ненадолго. Далее заказала вот такую шикарнейшую кружку 910-147 артикул. Следующая вот такая кружка. Их, они у меня уже есть, я ими пользуюсь, но это я заказала таких по 5 штучек на подарки. Увидела их в распродаже, думаю, ой, дай-ка я таких кружек побольше позаказываю. Да, линеечка Lovely Moments, по-моему, эти все кружечки. Это артикул 910-146. Вот преимущество вот этой кружки, объем 450 мл. А тут, кстати, сколько объем? 380 мл. То есть вот это поменьше, вот это вот в разы больше, как вы видите. Очень классные кружки. Вы знаете, меня вообще прикалывает умилять людей. Когда они читают и говорят, ничего себе ты мне тут принесла. Ну классно, классно. Далее сумка складная, артикул 910-336, она очень мега супер прочная, такая вот пакетик, покупая такие вещи, мы вообще дарим 50 рублей приюту за каждую покупку, размер 60x44, в сложенном виде 13x13, артикул 910-336, значит такой кармашек у нас идет, но когда мы достаем эту сумку, вот не знаю теперь как назад собрать, давайте будем запоминать. Вот она такая прикольная. Она такая, как ранешняя. Ее и стирать будет удобно. И она никогда не порвется. И типа внутренний кармашек даже у нее есть. Удобная такая, не знаю. И куча собакинов. Реально прикольно и очень прочная. Супер. Будет супер. И потом, я так понимаю, можно даже таким, наверное, образом собрать, если не хочется каждый раз складывать. Давайте посмотрим, войдет ли она. Слушайте, ну прикол, вошла. И сколько бы мы с вами пакетов не покупали, с такой в магазин ходить прикольнее. И экономнее, во-первых, и природа у нас с вами вот сохранена, и приюту пожертвуем, и вообще такие сумочки, как сувенирчик, можно тоже кому угодно надарить. Реально классно. Вы знаете, я даже думаю, у меня есть уже несколько таких от Faberlic. Я думаю, маме своей я ее отдам. Она любит что-то экономить, и ей надо что-то вечно прочное. Далее пошли трусики для мужа. Она заказывала 70% скидкой, просто не знала, что уже брать. А сейчас же скидки 70%, они же сгорают, они как раньше 3 каталога не держатся, поэтому забирать нужно ежекаталожно. У меня одна скидка, как у золотого ВИПа, на одежду. И я она заказывала трусиков. Значит, все они идут размер XL, артикул 83-467 у серых. Мне что еще нравится, они идут на зип-замочке, такие прикольные. Нет, кстати, это черные, такие вот боксерчики, обычные, с такой вот резиночкой, интересный. Тут Faberlic пробито, как изнутри. Изнутри, кстати, вот тут вот двойной слой,
впереди, сзади один слой. Вот сколько мы с ними уже знакомы, с этими трусиками, вот столько они нам и нравятся. В общем, все они три одинаковые, классные. Заказала обязательно, потому что все равно время от времени они протираются. Далее сейчас пойдем по бритвам. Освободим сначала место. Это мой любимейший сухой шампунь. Я очень страдала, когда его не было. Поэтому, когда он пришел, я взяла 5 штук себе. И еще 10 штук подругам. Я заказала 15 штук. Почему? Потому что у меня его раскупают просто обалденно быстро. Девчонки, у которых светлые волосы, жирная голова, и им, например, там с 8 до 5 вечера работать, они этим шампунем просто спасаются. Девчонки, у которых тонкие волосы, они тоже этим сухим шампунем спасаются. Картикул 2702. Вот знаете, что еще самое интересное? То, что он источает весь день такой нежный, приятный аромат. Ну, какой-то не свежести, но каких-то свежих цветочков. Вот очень тоже приятненький. Очень приятненький. И я, если честно, прям в восторге. Далее у нас с вами идут бритвы, вот из нового каталога BioBest, Faberlic BioBest, BEECO. Сейчас у нас новый логотипчик. Я еще когда увидела, думаю, о, 100% не дождемся мы с этими санкциями этих новинок. Ну и что вы думаете? Вуаля! И сменные лезвия. И все вышло срок в срок, все замечательно. Я немножечко тут упаковочку помяла. Приходит в такой упаковке, сойдет как подарок. Будет очень-очень красиво. Тут еще неправильно я вставила, из этого порвала. Есть такая вот чистилка, мы уже все попробовали. Дальше шнур зарядный тут есть. Что прикололо больше всего? Вот эта вот штучка. Муж говорит, а мне она зачем? А потом говорит, о, я буду им брить подмышки. И реально, ребят, бреет отлично. Все, мы вообще все перепробовали. Если взять, тут у меня есть волоски. Раз. И ничего нету. Видите, как шикарно. Точно так же будет и бритва работать. Далее, вот эта вот сама бритва, она у нас с вами идет такая вот. Длинные какие-то волосы, она будет плохо брить, потому что волос должен попасть в сеточку. Это для жесткой сетки. Бреет до такой степени идеально гладко. Это, кстати, закрывается, если не нужно. Бреет до такой степени идеально гладко, что мы в шоке. Тут один режим работы. Дальше вот это все снимается. И тут можно вот чистить. Сейчас получится ли включить. А вот. Зажужжало, зажужжало. В общем, я все разобрала. Мне муж говорит, точно доломаешь когда-нибудь. Я все люблю разбирать. Очень четкая бритва, мужу безумно понравилась, он говорит, блин, класс. Вот ее такую, говорит, взять с собой в поездку. Ну, например, если он не будет бриться неделю, волосы отрастут, с ней будет проблемно, потому что они отрастают, и уже вот эти длинные волоски, которые вот, например, у меня, видите, такие вот длинненькие уже, вот около родинки, еще что-то, они уже такие не будут бриться, потому что длинные. Но на самом деле шикарно, шикарно, просто не шикарно. Вот не знаю, как на кожу с морщинами. Это у нас с вами идет бритва с артикулом 910-340 и сменный станок, если вдруг нужно будет поменять, тоже классно. Сменный станок 910-342. Сразу можно заказать наборчиком, даже подарить. Я взяла таких две, потому что хочу еще папам. Хочу папам, не знаю, какие папам отдам, какие тут себе оставлю или еще что-то. Вот этой бритвой я побрила себе ноги. Ну, мне было интересно. Антон пользовался той, их две одинаковые заказала, а я пользовалась именно этой. Это я оторвала чего-то. А, ну да, я ж так... В общем, мы уже успели ими попользоваться. Ну, оно красиво все лежало. Мы успели ими попользоваться и уже почистить. Эта бритва мне показалась страшной. Но ничего. Значит, это роторная система бритья. Подходит для влажного и сухого бритья. А встроенный триммер до 80 минут непрерывной работы. Тут идет зарядка. И 80 минут можно бриться. Взял с собой на неделю командировку. Даже можно шнур не брать зарядный. Но хотя любой зарядный шнур, он подходит к любой зарядке телефона, вот к этому штепселю. Поэтому проблем не будет. И также есть светодиодный индикатор. Вот насчет светодиодного индикатора не поняла, где он будет. Наверное, он когда будет садиться, он где-то будет. В общем, не знаю. Время зарядки 90 минут. Материал ABC, POM,
размер 8x7, 8x4, 11x83. Ну, я думаю, все эти инструкции подробно будут выложены. Вот, что еще хорошего про нее скажу. Тоже имеется сменный блок с артикулом 910-343. Классный сменный блок. И она тоже очень удобная. Во-первых, тут есть крышечка, которая вроде бы легко снимается, но так просто не спадет. Вот это вот момент, потому что тут есть какие-то защелочки, тут есть какие-то вот защелочки, то есть все прям четенько. Во-вторых, оно тоже снимается, вот так вот может сняться, менять ее легко, чистить тоже легко. Тоже есть вот эта вот щеточка, такая же точно, как у предыдущей. Угу. Как у предыдущей есть щеточка. Ну, как крутилочки какие, прикольно. И когда затупится лезвие, вот мы защелкиваем. Также с другой стороны этот же самый триммер, его немножко вниз, и он тоже работает. Если вы включили, например, закрытую бритву, и вам нужен только триммер, так пожалуйста, пожалуйста. О, видите, все лысенько стало. Но вот в этой бритве триммер можно прям работающую закрыть, и все, она работать не будет. Будет работать только вот эта часть. И мне тоже понравилось, как она работает. Я уже попробовала, муж говорит, тоже классно, но у него после этой бритвы немножечко жгло, все-таки что-то после бритья надо наносить, какое-то средство надо наносить, потому что уж очень остро. И он сказал, что брить нужно круговыми движениями, и тогда мне все будет хорошо, но очень уж гладко, прямо очень гладко. Обалдеть. Мне понравилось, девочки. Мне понравилось. Хочу такую розовую. Вот представляете? Дальше что? Удобно держать, она не выпадет. Я так понимаю, сюда нельзя, чтобы влага проникала. Вот такая вот красотища. Русский каталог. 90-91 страничка. Ну, шикарно, шикарно. Тут недавно мне отписали, что девочки из Казахстана регистрируют много русских девчонок. И у них что-то есть, у нас чего-то нет. У них чего-то нет, у нас зато есть. И вот они смотрят наш русский каталог, смотрят мои обзоры. И нашим русским девчонкам высылают мои обзоры к себе в чат. Очень счастлива быть маленькой частичкой чего-то роста, тем более, что я делаю это от души. Вы все знаете, что у меня никогда не была монетизация подключена, еще что-то. Я просто люблю обзоры, я просто обожаю новинки, я просто люблю что-то рассказывать, поболтать обо всем, о том, о сём. Ну, в общем, шикарно, да? Мне все понравилось, я прям в восторге, рекомендую, можете дарить. Заряжается, кстати, она, я не знаю сколько, я так и не поняла, сколько она заряжается. Может быть, еще надо инструкцию почитать, инструкция тоже вложена, есть русский язык, тут есть и эксплуатация, и все такое прочее, и так далее. Все отлично, ну, как бы вот, ну, никаких нареканий нет ни у меня, ни у мужа. Вот еще свекру дам попробовать, скажу, ну-ка, свекр, попробуй. Ну, конечно, после хлордексидинчика, Антохину бритву, можно вот эту штучку в хлордексидин обмакнуть, сказать, попробуй, нравится тебе, не нравится, папе свозить, понравится ему, не понравится. Все-таки цена такая, что подаришь, да не угадаешь, да ой-ой-ой. Для нас это, конечно, не накладно, я налево и направо могу дарить, могу узнать, что, ой, какой-то мужчина день рождения, и думать, какую бы же ему бритву подарить. Хотя, мне кажется, вот, вот это вот, она все-таки более универсальная. Потому что если вот это, волосы, если сильно отросли, ей уже ничего не сделаете. То есть нужно сначала триммером коротко подстричь, а потом, когда волосы превратятся уже в щетину, только тогда вот в эти дырочки оно будет проникать, вот эти волосы, и будет очень чисто, очень нагладко брить. Вот я про что подумала. А вот эта, она уж слишком мощная. Да, она быстро, очень гладко, но потом чувствуется немножечко такое тепло, что ли. Раздражение все равно на коже есть небольшое. Вот как мне муж говорит, что на лице есть небольшое раздражение. Я потом звонила знакомым, говорю, у вас какая бритва? Оказалось, тоже роторная система. Они сказали, да, это всегда так. Говорит, бальзам после бритья, говорит, никто не отменял. Все, говорит, проходит за минуту. Но мы же не пользовались такой. У нас как-то обычная и обычная бритва. Да тут прям, ну реально мы задумались над тем, чтобы взять таких парочку с собой, и никаких проблем ни у кого не будет. Или, допустим, Антон себе возьмет вот такую, а я такую, чтобы не путаться, потому что одни цвета. Ну шикарно, просто шикарно, ребята, мне понравилось. Вот это вот прям в тему, вот эта новинка. И я очень счастлива, что день в день она вышла.
Так, сейчас еще из неновинок такие вот подарочные пакетики. Где-то, я не знаю, куда-то задевала или кончились уже, издырила. Артикул 781-100. Классный такой вместительный пакет. Взяла 5 штучек. Мало ли день рождения, еще что-то очень пригодятся. Дальше, значит, у нас идет артикул 78, 3 единицы, 5. Такие вот маленькие. Туда тоже можно что-то подарить, засунуть, допустим, тушь и пудру. Ну, парфюм какой-то, чтобы не просто дарить, а в пакетике. Следующий уже такой побольше пакетик. 78, 3 единицы, 7. Такие вот яркие. Мне понравилось, потому что BioBest будет лучше. В переводе я люблю что-нибудь такое мотивационное. Далее, значит, 781, 120 уже тоже побольше. Ну, размеры тут все будут указаны. Тоже прикольные пакетики. Далее поехалите, защитный крем поехалите, ну вот. В общем, девочки, у меня мама, свекровь, она вот так разговаривает, и я от нее хватаю эти слова паразиты. Поэтому прошу меня простить, слов паразитов опять нахваталось. Значит, 50 мл, артикул 5108, это обогащенный успокаивающими, смягчающими экстрактами календулы, ромашки, масла ши, защитный детский крем для лица и тела. Превосходно ухаживает за нежной кожей и так далее. Он нам действительно понравился, он суперский. Это уже повторный заказ, поэтому, получается, мы его оценили. Жиденький, хорошенький. Действительно, там, например, куда-то пошли на улицу, ветер, дождь, слякоть. Вот, он как маська, видите, наносится, но потом хорошо все втирается, исчезает. В общем, супер. Как раз я это побрила себе руку. Меня муж смеется, говорит, что только не сделаешь ради Faberlic. Ну, обожаю, обожаю. Далее, зашла нам вот эта зубная паста. Кстати, мы тюбики не выкидываем, мы вот этих мышат мы вырезаем, и Вика в них играет. У нее уже таких, не знаю, мышат 15 точно накопилось. И вот эти вот мышонки нравятся, она пи-пи-пи, что-то там делает ими, а все остальное на возврат. Компания Faberlic берет детская зубная паста 51-12, безопасно при проглатывании и все такое прочее. Кстати, она прям запакована. Я заказала таких две, вот, и, значит, вот она такая светленькая, что-то типа гельчика, приятненькая на вкус. Вот, и получается она такая мятновато-сладковатая, Викусе нравится, ну, заказываем. Ну, и вот обычный детский крем, он уже идет с депантенолом, гипоаллергенный 0+, от компании самой Faberlic. Если это был BSC защитный, то это от компании Faberlic. Ну, в принципе, тот и другой нам нужен. Кстати, вот этим детским кремом классно делать массаж. Массажист похвалил. Он Вики делает именно этим детским кремом массаж. И ей нравится. Зачем на массаж на ночь защитный крем? Скажите мне, пожалуйста. А вот что-то вот такое шикарно. Шикарно. Мне понравилось. Кстати, не знаю, где посадила синяк. Представляете? Вот как можно синяк в этом месте посадить? Я умудрилась. Не знаю где, честно вам скажу. Дальше салфетки 50 штук влажные, артикул 1798, но они нам постоянно нужны, особенно мне на обзоры нужны. Распродажа. Акция бонус за покупку. Кстати, у нас очень много начало акций возвращаться. Опять-таки одни из первых. Крутышки. Вот. Стоит 147 рублей 500 мл по акции. Артикул 2667, получается, до конца вот этого периода. Тут период, получается, каталог и 8, и 9 вместе, с 16.05 по 26.06. Но на самом деле каталог все равно, выплаты нам приходят за 3 недели, как обычно. И получается, вот до конца действующего периода, вот такая вот крутая акция. Еще там палетка наливных помад, тоже обратите внимание. Еще и полный балл, кто бизнесом занимается, вообще шикарные акции продвигать. Дальше, гель очищающий для туалета «Морская свежесть» 30292, ну, аннотация вот тут вот будет, получается, хороший. Далее, моющее средство «Антижир» 30701, тоже прикольное средство, мне понравилось, беру уже второй раз. Дальше, средство для ванной комнаты, колпачок снимаем, пульверизатор надеваем, тоже понравилось. 30221 с эффектом белизны оно идет. Дальше, моющее средство универсальное, мыть пол, оно идет с пробиотиками, это вот новая линейка, оно идет с пробиотиками. Ну, климат, микроклимат квартиры улучшает, это классно. Артикул 30700, 30720. Взяли вот этот вот рефрешер для одежды и ткани. Очень понравилось освежать постельное белье. Очень понравилось, когда вы им проходитесь. И вот этот вот приятный аромат.
оно, во-первых, и высыхает быстро, и освежает, ну, еще разглаживает, то есть легкий тот утюг. Это вообще средство 3 в 1, про него был целый вебинар в Телеграме на официальном канале Faberlic Official. Я прям кайфую, очень нежный, очень легкий, шикарный, не бьющий в нос аромат лаванды и бергамот. Очень приятный, он мне даже больше нравится, чем цветочный, прям больше нравится. Как, конечно же, спрей для очищения стекол и зеркал 3-2-0-48. Тоже классная штука с антизапотевающим эффектом. Далее, как обычно, кошачий корм с артикулом 16207. Тут 24 штуки по 85 грамм. 2040 грамм нежный кролик. И второе, о, какие большие, 16208. Тоже 2 килограмма, 24 штучки. Это сочная говядинка. Вот два таких вот красавчика. Гель для интимной гигиены 3 штучки взяла. 87-22. Одно из моих любимых средств, которым я пользуюсь много лет. Дальше маска. Маска, восполнитель кератина. Тоже ее очень люблю. Масок у меня много, но особенно, когда они бывают по акции, я могу схватить и по 5 штучек. Потому что с моей русалкой Катерины Андреевной маски улетают только так. У нее волосы шикарные, густые по пояс. Тонкие, но густые. Дальше ватные палочки закончилась упаковочка. Тут идет 200 штук. 100% натуральное происхождение и текстуры. Вот о чем тут говорится. Мне очень нравится, что Faberlic подошел с таким чувством, с такой расстановкой на основе дерева палочки. Шикарно, шикарно, девочки. Прям супер. Полностью биоразлагаемо. Очень хорошо. Артикул 910-254. Конечно, я буду брать размер 10,5 на 9 на 4,5. Дальше потерялась где-то умывалка. Ничего не пойму. Очень нравится, что она у меня лежит тут рядом. И распродажу просто смотрела. Думаю, дай посмотрю, что там есть. И вот нашла такую вот штучку, которую уже потеряла. С этой стороной как скраб можно умываться. Видите, какая она вот этой стороной. Она такая создает пену хорошую. И вот этой стороной можно наносить какие-либо масочки. Такая 3 в 1 удобная штукенция. Кстати, вот они даже снимаются, моются, одеваются. Все прям идеально. Ничего не заплесневеет. Можно разобрать, кинуть в посудомойку, в раздел с вилками, ложками и забыть про нее. Таких штук должно быть несколько. В общем, я местами попутала, но тут не столь суть важна. В общем, удобно. Получается артикул 910-187 с логотипчиком Faberlic. Все здорово и классно. Дальше. Взяла попробовать вот такую штуку. Еще не попробовала, честно. Это обертывание. Это для меня новинка. Артикул 2404. Это обертывание для тела с экстрактом фукуса, микронизированной пудрой из молотых раковых устриц и морской солью BSC. Что она делает? Устраняет целлюлит и отеки, способствует эффективному похудению, подтягивает и разглаживает кожу, сокращает и предотвращает появление растяжек, повышает тонус и иммунитет кожи, выводит токсины из человека и оказывает мощное, подтягивающее и антиоксидантное действие. Подходит для всех типов кожи. Буду пробовать, обязательно в пустых баночках расскажу. Но я чувствую, что там какой-то вот порошочек. Способ применения. Разводим порошок холодной водой. Перемешиваем полученную массу до единородной консистенции. Массу можно разогреть в микроволновой печи или на водяной бане. Проверьте температуру перед нанесением. Заверните участки с обертыванием пищевой пленкой и накройте теплым одеялом. Через 20 минут смойте обертывание под душем. Нанесите антицеллюлитный крем данной серии по желанию. Да, антицеллюлитный крем у меня такой есть, если массажист не израсходовал. Вот такая вот красота. Ну что ж, все остальное в следующем обзоре, потому что тут мы с вами будем снимать вот такие вот великолепные сводчики очень красивых теней, поэтому это уже в следующем обзоре. Вот 58-79 я вам показала. Я знаю, что вы ждете, но мне они так понравились, я еще с ними походила и так далее. 58, вот 80 у меня тут открытые лежат. Шикарно просто, на веках смотрится обалденно, как завершающий макияж, просто здорово. И 58-78, а я их все заказала, но вот открытых у меня мало. Тут такой вот, видите, металлический тоже блеск, 58-78. В общем, красивые, будем делать макияж в следующем обзоре. Всем пока-пока!